Ну что, девочки, пришло время весны. Всем привет! Всем привет из Канады. У нас февраль, а на полочках уже весна. Посмотрите, у нас, как я называю это, яйца-зайцевый период, когда наступает Истер, это канадская Пасха. И вот такая вот вакханалия. Вообще всякой невероятной фигни, но безумно симпатичной. Выставлено на полках, только непонятно, почему это какие-то крисмасные елки с яйцами. Это они что-то смешали. Крисмас с Истером. Ну ладно. В общем, здесь у нас все уже к весне готово. Мы сейчас что-нибудь пойдем поищем из одежки тоже. Не только я вам покажу вот вся вот, все вот это вот, всю вот эту бесполезную дрюнь, которую у нас продают просто в невероятных количествах. Боже мой. Заяц без глаз. Сколько стоит? $13. Заяц на палочке. Ой, девочки, я вам говорю, что только не придумают. Чего только не придумают. Каких только зайцев не производят в Китайской Народной Республике. $13. А потом морем везут к нам, чтобы у нас здесь их продавать. Да. Ну и вы знаете, что я вам хочу сказать? Каждый год вот это все продают, и каждый год это все распродается, чтобы вы не думали. Ничего не остается. Домик какой-то, зайцы. Ну, в общем, гномики, зайцы, яйца всевозможные. Вот какая парочка. Я думала, они железные, а они какие-то совсем легкие, пластиковые. Здесь уже всякие горшки к садоводо-огородническому периоду. Короче, очень много новой мебели. Здесь все горшки. Посмотрите, сколько новой красивой мебели. Какой симпатичный комодик за $500. Вот такой вот, видите, он открывается. А, сбоку не открывается. Я думала, что у него сбоку вот эти вот тоже как две дверцы. А он просто стол мраморный. Настоящий мрамор за 800. Нет, не похоже на мрамор. Теплый. Мрамор должен быть холодный. Пластик, конечно. Если бы он был мраморный, он бы стоил, наверное, дороже. Но выглядит хорошо. Прям выглядит точно как мраморный. Вот на кухню такой поставить было бы просто супер. Цветочки искусственные. Боже ж ты мой, какое разнообразие. Смотрите, вот эти реально симпатичные. Такие как будто полевые. Двадцатку, фига себе, они подорожали. 24. Вот красивая ваза такая. Да они отдельно, наверное, стоят или вместе с вазой? Да. Нет, вместе. Видите, она $80 стоит. Значит, ваза вместе с этим, вот, с веником. С этим. Вот эти красивые. Тоже как настоящие почти. Они очень хорошо сделаны, на самом деле, но они очень сильно подорожали. Когда-то у нас прям были копейки стоили. А сейчас я смотрю. А, это к китайскому Новому году. Вы знаете, в феврале же уже был, наверное, в марте. Когда был китайский Новый год в этом году? Наверное, уже был. Ну вот они, видите, это такие к китайскому Новому году цветочки. Так, немножко украшений. Это, кстати, мужские. Но посмотрите, какой интересный кулон за $29 зеленый. Это Будда какой-то. Но это мужские украшения. Вот женские украшения, всякие колечки, браслетики. Боже, чего только здесь нет. Но все такое, знаете, никакое. Обычное. Ничего особенного. Кольца с жемчугами. Вот одно за $30, другое за 50. Кстати, кольца красивые с жемчугами. Это все серебро, между прочим, чтобы вы поняли. Так, здесь всякие кулончики, сережечки, все под Ван Клиф. Все кость под Ван Клиф. Прям очень похоже. Вот целая куча всяких Майкл Корсов. У меня есть, кстати, браслет, я его не ношу. Сваровские сережки, $99, $100 вот эти. Видите? Они, конечно, в Сваровске стоят намного дороже. Это, кстати, хорошая цена. Кстати, они красивые. Вот красивые бусики, стекляшки.
Браслетики, ну, в общем, всякое. Вон какие красивые. У меня, кстати, такие винтажные есть. А, такие, знаете, как они называются? Омега, по-моему, вот такие вот. Есть вот серебряная такая. За 40. За 40. А есть золотая. Ну, и это тоже мужское. Здесь всякие мелочи такие симпатичные разные. Мелочевка, видите, всякие сережки такие. Тыц-пыц, ну что-то мало, ничего особенного. Обычно так завалено, здесь завалено. Но такие все маленькие, крошечные. Ничего интересного. Костюмчики какие. Пиджак и брюки. Примерить, что ли, такой красаву такую? Почем он? Что-то цены не могу найти. Смотрите, какой красавец. А, $50, 59. 60, короче. И вот такие вот же брючки к нему есть. Даже мои размеры есть. Брючки за 40. Вот такой вот костюмчик веселенький. Свитерки. Это свитерок. Я думала, кашемир. Нет, не кашемир. Так, что еще тут? Вот здесь много всего. Много всего. Что еще тут интересно? Я вас по такому магазину водила, когда мы ездили в наш трип. И вообще я вас иногда по нему вожу. Давайте в сумки сходим, а потом в шмотки придем. И я что-нибудь найду померить и вам покажу. Вот костюмчик мне понравился. Так, юбочка в горошек. За 35. Пиджачок черный. Сейчас пойдем в сумки. Вон всякие кофты, свитера. Кофта такая. В общем, ну, сказать, что прям уж такое сильное разнообразие, так я не могу. Вот опять шорты бесконечные. Куда-то я зашла не в тот отдел. Может, я схожу сейчас в обувь и в... Все такое яркое, цветное. Ну, прям уже серьезно. Потому что прямо уже весна у нас пришла. Февраль месяц. Я когда-то работала в магазине, когда я помню, что в феврале месяце... Вот еще таких жакетов, видите, их много. А я помню, что февраль месяц уже считался месяц, когда надо начинать продавать летнюю, весеннюю одежду, но она же и летняя. Красивый пиджак за 199, $200. Элита Хари, такой бренд есть. Сиреневый пиджачок, коротенький, за 60. И вот такие вот под шинельку за 70, коротенький, с пуговичками жемчужными. Пойдемте посмотрим, какие здесь сумки. Помните, я вам показывала в этом в нашей поездке. О, вот это самый модный сейчас, самый виск. Rag & Bone, это, кстати, очень даже не дешевая компания. Очень даже не дешевая, но вот она стоит $200. Ой, что-то у них упало. Какие платья с розой. О, вот какой, смотрите. С розой. Тоже, кстати, самый писк сейчас. Так, идемте в сумки. А потом я что-нибудь примерю. Вы знаете, сумки такие же, как были вот там, где я вам показывала, когда мы ездили в отпуск, в той деревне. Вот симпатичная итальянская сумка за $170. Тоже такой Ridicule. Она же или это другая? Да, она же. А так... Так, что здесь интересно? Все так висит в беспорядке. Ну, здесь всегда висит в беспорядке. Помните, в том магазине было так много вот этих вот праздничных таких сумок в плёстках? Здесь поменьше. Плетёшка хорошенькая за 50. Малюсенькая совсем. Много плетёных этих. Как бы они уже... Ну, как бы давно в моде, так скажем, да? Что-то мой глаз ни на что не... А, ну вот здесь тоже, видите? Все те же на манеже. Что-то мой глаз ни на что не упал. Кроме как на стразы. Мой глаз сороки.
Ни на что не падает. Так. Здесь все раскуплено уже, потому что все раскупили хорошее. Там деревня, а здесь город, типа, поэтому все раскуплено. Или я что-то как-то не в глаз замылился у меня уже, поэтому я ничего не вижу. Здесь тоже Карл, да? Здесь сейчас все завалили. Нет, да, это тоже Карл. Все завалили Карлом. Боже мой. Просто все завалено. Видите, вот такой Карл. Вот такая сумка эта итальянская. Ну, для тёшки эти. Ладно, пойдемте одежки примерять какие-нибудь. Вот это неплохой такой саквояжик. Глаз замылился, девочки. Что-то я ничего уже не... Я после работы еще, так я что-то плохо соображаю, плохо вижу. Так, девочки дорогие, мы в примерочной. Я сегодня с работы, поэтому я такая вот офисная деловая колбаса. Деловая юбка такая и свитер. И вот такие бумбалки. Слушайте, вы меня сейчас, конечно, захейтите за то, что я принесла всякую дурную одежду. Очень много Зары. Короткие юбки, шортики. Не все вам покажу, наверное. Честно, потому что меня сейчас заклюет, что я не по возрасту ношу одежду и все такое. Вот. Но еще не все. Кое-что осталось там у меня на фронте, потому что я не все принесла. Мне там еще осталось, по-моему, три вещи или что-то такое. Я что-то так растерялась, что я не принесла то, что мне нужно было. В общем, короче, разберемся сейчас. Давайте примерять. Так, вот что значит не продумать, что примерять. А, смотрите, такой интересный жакет. У него тут еще пуговицы все в бумажках. Пуговицы в цвет из той же ткани сделаны, что жакет. Очень классный, кстати. Просто классный. И это все, кстати, на распродаже, на сейле. Брюки шикарные. Шикарные компании French Connection есть у нас такая, но они мне чуть-чуть маловаты. Очень жалко. Тоже на сейле, тоже за очень хорошие деньги. Там рубашечка Zara у меня тоже маловато. Мне теперь, девочки, не пишите мне, что я не меряю не свой размер. Вы должны понять, в этом магазине все висит по одной вещи. Вот все, вы видели, я снимала. Просто все. То есть я нахожу что-то. Вот, в принципе, брюки восьмерка. Восьмерку я, в принципе, могу на себя, да. Ларч, рубашка. Я предполагаю, что она мне хороша, она мне маловато. Жакет оказался как раз. Просто разные, здесь различные совершенно бренды. Каждый бренд имеет свою размерную сетку. И все абсолютно разные размеры, понимаете? Вот, допустим, это ларч мне маловато, это ларч мне как раз. Или он экстра ларч, я не знаю. Ну, в общем, жакет реально классный. Такой атласный. Такой шикарный. Мне прямо он нравится. И брюки очень хорошие, но... К сожалению, они такие, знаете, немножко такие блестящие. Я не знаю, у нас есть такая компания, называется French Connection, магазин. В нем продается очень хорошая, довольно дорогая одежда. А здесь, значит, как бы, ну, как аутлет. И даже здесь они стоили 60, а сейчас 25. Очень классные брюки, очень жалко, что у меня они маленькие. Посмотрите, здесь такой разрез, они очень интересного фасона. Сидят хорошо, но маловаты. Так прямо... подтягиваю, сейчас их сниму. Так, смотрите, брюки, значит, называется бренд вот так, French Connection. Американский 8, европейский medium. Да, мне, конечно, он маловат, а очень жалко, потому что в магазине French Connection они стоили $118. Здесь они стоили 60, и сейчас они стоят 25. Представляете, вот такая вот интересная блестящая ткань. Очень хорошо сшитый, очень классный. Это просто хорошая дорогая компания, я знаю. Мне очень жалко, что они мне малы. За $25 это прям даром. Классные брюки, очень. А жакет, между прочим, medium. То есть, вы понимаете, рубашка на мне large, мне мала. А жакетик medium мне в самый раз. Но он еще до сих пор стоит $50, стоил 99. А, это какая-то компания, вот такая вот. А, House of Harlow, я знаю ее. Это дорогая довольно компания. И вот он, видите, он здесь стоил 100, сейчас 50, полцены. Но жакет прям очень даже, очень классный. Прям мне нравится. Цвет такой шикарный, блестящий, такой атласный, классный. Я все-таки принесла шортики.
не ругайтесь. Вы знаете что, они мне нравятся, они очень классно сидят. Мятые, конечно, потому что это заровские шорты, они стоят $8. Значит, вот с черными колготками, с сапогами, ну, они, правда, такие немножко летние, но, в принципе, я бы сказала, что они с колготами, их тоже можно надеть с черными, только их надо подгладить. Сейчас я вас с жакетом их померяю, и вы увидите, как это будет красиво. Классно же, да? Прикольно. Мне сейчас белый жакет. Я сейчас померю с белым, может быть лучше. Они более такие летние. Ну, прикольно же. С жакетом, шорты. Очень модно сейчас. Такие короткие шорты с жакетом. Просто виск. Виск моды. Я сейчас померю. Мне еще есть белый жакет. Секунду. О, с белым просто классно. Ну, я не знаю. Мне, может быть, кажется. Вообще, белый жакет это тоже очень симпатично. Такой, как докторский халат немножко. Ну, всегда все белые вещи, особенно... Жакеты, они всегда так выглядят, как докторский халат. Ну как вам? Что вы скажете? Шортики берем, погладим и на дискотеку. Так, снимаем состав, а то не поверите. 50% вискоза, 35% хлопок и 15% лен. Вот такие шортики из Зары за $8. Размер экстра ларж, мой любимый размер в Заре. Вот, видите, прекрасного состава, $8 шорты. Бывает, да, только погладить их надо, а так классные, классные. Слушайте, неплохая юбка, кстати, тоже из Зары, за десятку. Она здесь на резинке, у нее красивая расцветка. Она тоже, по-моему, из вискозы, но я не знаю, мрачноватая какая-то, у меня много таких. $10, 100% вискоза и тоже Zara Extra Large. Она очень приятная, тоненькая, хорошая юбка на резинке, но расцветка такая мрачная, хотя иногда и нужно такую тоже. Так, вы знаете, вот эта блуза, она симпатичная, она стоит $8 тоже из Zara Large размер, но она мне маловато. А мне нравится цвет такой странный, пыльный такой. Мне нравится то, что она приталенная, то, что она прозрачная немножечко, но... Она мне маловато. У меня еще не все, девочки. Я вам покажу вот этот белый жакет. Он, похоже, сделан наполовину из льна, наполовину из хлопка. Сейчас проверю. Это лен и район. Я ошиблась. Я думала, лен с хлопком. Шикарный, хороший, вернее. Ну, так скажем, хороший белый пиджак. Такой прям, знаете, жакет. $60 он стоит. Эта компания называется Rachel Zoe. Это есть у нас такой бренд. Размер Large. Ну, хорошего качества, хороший состав, хорошо сшито. У меня еще есть кое-что померить, я еще не прощаюсь с вами. Смотрите, я все-таки принесла этот костюм. Он, конечно, такой в стиле 70-х. Он не застегивается, жакет, без пуговиц. У меня там нету никакого топа. В принципе, ему можно что-нибудь здесь, какой-то крючок пришить, кнопку или под пояс. Пояса у меня тоже нет. Посмотрите, как прикольно это выглядит. Мне прям очень нравится. Вы знаете, это так cool. С какими-то сандалиями. Это очень по-курортному. Это очень по-летнему. Я вам вот так вот сниму в полный рост, чтобы вы видели, как это красиво. Здесь плечики есть в этом жакете. Вот за что я люблю жакеты, когда в них есть плечи. Когда в них нет плечей, мне не очень они подходят. А вот с плечами, прям даже то, что он белый, он как-то особо все равно не толстит. Это размер large, и жакет, и брюки. Брюки на резинке, но они очень классные, смотрите. Просто супер. Так мне нравится. Очень прикольно, очень празднично, нарядно, по-летнему. Ну, знаете что, на курорт. Вот у нас так как-то не особенно походишь, мне кажется. Не поймут. Здесь, кстати, есть карманы в этом. И в брюках есть карман. На курорт можно, а так по городу, конечно... Вызовут санитаров, вполне могут. Смотрите, с белым жакетом тоже классно, даже лучше. Как-то немножко, если вы хотите разбавить. Он такой здоровый, если честно. Он очень большой, тоже размер large, но он намного больше, чем вот этот цветной. Похожего качества у них, знаете, такой лен с вискозой, одинаковое качество, похоже. И такие вот цветные брюки с белым, с таким кремовым жакетом. Брюки тоже не чисто белые, а немножко такие кремовые. Мне кажется, что тоже хорошо. Здесь есть карманы в брюках? Нет. Ой, девочки, это большой минус.
Это большой минус, что карманов нету в брюках, это очень неудобно. Но костюмчик неплохой. Кстати, можно и с этим жакетом. Они не подходят по текстуре, но по цвету. Здесь, видите, есть такой очень-очень подходящий к нему цвет. Единственное, что жакет такой атласный, блестящий, а брюки лен с хлопком, с вискозой. Но по цветам очень красиво вместе. Если подобрать вот такого типа, такого цвета жакет льняной какой-то или хлопковый, то очень даже неплохо будет. Так, пиджак. И немножко отличается тканью от этого. Здесь лен с, я уже забыла, с вискозой, а здесь лен с районом. Да. Значит, этот стоит $60. Это тоже был размер large. Это тоже вот этот бренд Rachel Zoe. И вот такие брюки. Брюки стоят 40. У них есть на талии резинка, что очень удобно. Тоже размер large, но нет карманов, что очень неудобно. Но карманы есть вот здесь вот в жакете, такие прорезанные. Очень симпатичный костюмчик. Значит, это получается 60 и 40, сотня. Так, ну, не страшно. И вот еще, знаете, я принесла вот такой жилет. Он очень прикольный. Посмотрите, какой у него интересный крой. Ну, под него, конечно, нужно что-то с длинным рукавом. Он тоже без пуговиц, но тоже можно на пояс или можно пришить какие-то кнопки. Он мне очень нравится. Мне нравится его крой. Посмотрите, какой классный. И вот с этой юбкой оно прям так подходит в тон. У него такие большие карманы. Большой такой воротник. Видите? Воротник, короче, такой отложной. В общем, прикольный. Мне он как-то очень понравился. Что-то в нем есть такое, знаете, стильное. Очень стильный жакет. Жилет, вернее, такой, знаете, очень прикольный. Прям нравится мне. Он такой не очень большой, не очень широкий. Очень классный. Так, здесь 52% вискоза, все остальное полиэстер. Но он такой мягенький, такой приятный. Это тоже этот бренд Rachel Zoe. Стоит он $50. И он безразмерный, one size. Видите, он такой, у него нет размера. Он на все размеры хорош. И вот такой вот у него воротник отложенной сзади. И он такого спокойного, приятного цвета, карманчики. В общем, мне понравился этот жилет. Но с $50, может, я дождусь, что он довисит до распродажи. А не довисит, так и не довисит. Все, девочки дорогие, вот такие у нас сегодня были примерки. Много, кстати, неплохих вещей. Цены, ну, разные, но, в принципе, не страшные. Но это такой магазин сток, поэтому здесь все так. Очень мне жалко брюки первые, которые я примеряла. Они мне очень понравились. Они прямо по очень хорошей цене, но маленькие. Жакет этот мне понравился, но он $50. Не знаю. Так, все остальное. Насчет шортиков подумаю. А насчет этой юбки подумаю. Все остальное еще не на распродаже. Тоже подожду, может, будет сейл. Ну, а на сегодня все. С вами была Дита из Канады. Всем пока, бай.